I do. Итак, добро пожаловать в игровую комнату. Мы продолжаем играть в Resident Evil 6. Первое, что ты должен сделать, пробиться через рынок впереди. Так, мы ворвались на этот... как оно называется? На китайский рынок. Капком ворвался на китайский рынок, а мы прям следом за ними. Так, единственные патроны есть для винтовки. Да-да, я уже вижу, зомби наваливаются. Так, никаких перекатов, рано. На кольте пусто, пистолет, автомат пусто. Блин, я ж поставил патроны для автомата, чтобы выпадали. Почему выпадает какой-то бред? Так, припрыгнуть. Блин, нельзя перепрыгнуть. Нет! Сюда. Да подождет он, куда-сюда. На... Что это было? В смысле, что это было? Новый штамп. Проблемы. Наверное, какой-то, блин, коронавирус. Мутация. Хенниген, расслабься, мы, думаю, справимся. Так, а, тут перекрыт. Только хотел глянуть туда. Какая-то мутация вируса в коронавирус. Так что... Воу-воу-воу-воу-воу. И она тоже споткнулась. Так, подождите, тут вот так. Бедные люди. Их всех пожрал коронавирус. Ё-моё. Опа-па-па. Озверел человек, пока мест заперти сидел. Совсем уж. А, блин, забывай, что Кью не это. Так, что-то он сюда пялится. Что он сюда пялится? Непонятно. Так, подождите, надо закинуться. А, так, у меня аптечек нет. Точнее, травы, комбинации травы. Да-да, музыка максимальная такая, хоррорная. Нам, походу, сюда, да. А... Стопэ. Тут как бы туда и сюда и туда. Сосов, а, с той стороны. Все, я понял. Музыка все нагнетает. Да, тут тоже засов. Так, я не понял, тут еще один труп. Сосов с той стороны. А, я думал, труп можно посмотреть. Нет, походу он сейчас оживет, а Леон. Прекрасно. Целых три замка. Воу-воу-воу. Черт. Ага, ну у нас ладно. Целый рынок. Надо понять, рыба, свинья и фрукты. Угу. Ну, воу, мясное. Че, свинья сейчас оживет? Голова свиньи-то же. Че, рели, блин? А, нет, просто оттуда руки вылы. What the fuck? Видимо, поэтому улица перекрыта. Жители пытались оградиться. Кто? А, стоп, он чё, блин, собрался? Трансформер, блин. Делайте такое упражнение каждый день, и ваша спина не будет. Залповый огонь из пистолета. Ну вообще пофиг. А ну не трожь. А подождите, я понял. Понял, они, сука, блин, как этот, чертова гидра. Сейчас ничего не будет разно... Сколько а, нет, просто... У нас так скоро патроны закончатся. Подожди... А, у меня гранаты закончились. Ло? Сейчас. А, он еще раз собирается? А, подожди, сейчас я сальтуху сделаю. Во. Не. Что он сделал? Он просто взял, кинул руку. Во-во-во-во-во-во-во. Эта хрень еще жива. Так, что он делает? Ты что делаешь? А, все, сдох. Сколько? 3000. А эта хрень? Она не живая. Зашибись, все, завалили его.
Или нет? А, не, он труп. Все, хорошо. Что у нас тут? Суп наваристый от бати. Ключи. О, трава. О, что тут, трава? О, бабосики. Точнее, не бабосики, а опыт. Так. Шикардос. Ключи. Ага, туда не пройти. Шибанет током. А, выключить можно. Легко. А, тут ящики. Перекрыто, походу, да? Да, вон там этот балка стоит. Точнее, не балка. А. Что, вместе? Давай, с двух ног. Гляди, ключ от замка. Да-да-да-да-да. Есть, два осталось. Ща, подожди. Оп, отходим. Хенниган. Давай, мужик. Что он делает? Ты... Он сейчас швырнет в нас? Ко мне иди давай. Так. Подожди. Так, где? Во. Оп. Да, блин. Хорош. Хорош. Легко. Если только динамит не закончится. Эти. Не закончится. Взрывчатка не закончится. О! К автомалу. Эта хрень еще жива. А какой свинья стрелять? А, вот тут можно пройти. Легкотня. Вроде как мы со свиньей справились. Точнее, этим. Как он, блин, назвал. Шо там? Шо там? А эта хрень еще жива? Автоматные патроны. Да. В смысле, места нет? Да чтоб тебя объединить не с чем. Папандос. Чё делать? А у меня тут автоматных патронов просто завались. Блин, я даже не знаю. Винтовочные, блин, ну выкидывать. И динамит выкидывать так себе. Блин, не те кнопки нажимаю. Так, отлично. Так, что там? Все. А, нет, еще не все, ну да ладно. Блин, чё инвентарь такой-то маленький, а? Ну, смотрите. Тут три ячейки для автоматных патронов. Пистолетный, чё ли, выкинуть? Не беда. Все, одна обойма для пистолета. Тут закрыто. И там закрыто. Так, походу надо сначала тут этот открыть. Или нет? Так. Опять супец. Блин, Хелена, аккуратно. Да, мы правильно идем. В смысле, ты не достал? О, еще динамит.
Давай. Так, что-то там ползает. Какая шустрая рука. Эй. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Прочь от моего лица. От Леона лица. Ты чё? Ты чё, гнида? Так, ща подождите. Элена, ко мне. Да чтоб тебя. Не трогай девушку. Я ценю это. А, ты ценишь? Ко мне давай. Давай, 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 давай. Не, блин. Чё как, а? Ключ где? А, во, тут ключ. Микроволновки пусто, как обычно. Блин, да хватит мне эти патроны для пистолета давать. Я же сказал. Точнее, я же увеличил это для выпадения автомата. Для автомата. Зачем мне эти пистолеты даете? Что-то спрыгнуть можно. А это что тогда? Это чтоб дверь открыть. А, я понял. Давай, Елена. Хелена. О, анимация это хороша. Так, а мне что делать? Спрыгнуть, что ли? А, походу на то. Она мне откроет дверь. Наверное. Чё там? А, это, блин, рука. Я ж пересрал, думаю, что за хрень тут. Погоди, я открою. Сюда. И пока мисс анимация идет, это фигня. А, это она сюда открывает. Так. Оу-оу-оу. Так, чёрта, петерка сраная. Ну, не цихват прочь от меня. За мной. Да я понял. Сейчас, Елена. Еленушка, погоди. Что там? Где что? Это тут в супе, что ли? Кто что-то пыталась вылезти? Ох уж китайцы. У них тут все из супа пытается вырваться. И потом еще и сожрать. А, да, места нет. Черт. Давайте, ладно, так и чтобы быть, вот это выкину. Собрал, а потом выкидываю. Отлично. Все. Угу, ага. Ага. И наверх. А потом оттуда ключу, я так понял, да? Или это она сюда прибежала по этой дорожке? Воу-воу-воу-воу-воу. Слышь, ты на кого наехал? Да блин, заколебали они меня с пистолетными патронами. А, тут просто этот и опыт был. Так, чё там? Давай, Елена, я тебя споймаю. Прыгай. А. Принято. Рука, ты подожди там, мы сейчас. Да блин. Давай быстрее собирайся. Хорошо. Тут что? Граната. Thank you.
Отлично, все. Последний ключ. Валим. Давайте выбираться отсюда. Напрямую. Воу, тут какой-то фильм. 26-го... 6-го, 27-го. А год какой? 27 июня. О, так это же в этот месяц. Для вас, конечно, может быть, это будет уже не июнь. Для меня пока что июнь. Шестую часть я прохожу в июне. Так, давай новый ключ. Еще один. Что тут такого хранят, блин, что аж на три ключа? Наверное, куча жрачки. Куча жратвы, ребята. Святая святы китайцам пришли. В отдел фарша. А, он пытается меня превратить в фаршах, гнида. Чуть сам фарш не превратился. Так, глянем, какой из него фарш получится. А ну-ка. Так себе. Даже не фарш, а, блин. Скорее. Вообще, что-то непонятное. Какая-то пюреха. Даже не пюре, блин, а я фиг его знает. Суп. Сразу из него суп сделали. Китайские технологии. Вот это, знаете, сливочный суп. Там сливки добавляются. Ну и там сырок плавленый. Опа. Ада. Ада? Но это не настоящая ада. Я уже вижу. У нее нету арбалета. Вы опоздали. А я уже все забрала. Ада! А, ну у нее крюк кошка есть. Тогда уже чисто тяжело определить, это она или нет. Но арбалета не было. Идем, выясним, что там. Так, подождите, вы тут что-то могли упустить. Очень важное. Улики. Да-да, вот тут вот темное помещение. Так, или нам вниз сюда. Ага, тут что-то еще есть. А, или сюда нам и надо было. Так, сейчас я попаду. Воу. Вот это я понимаю, Китай, блин. Сразу после базара, рынка, блин, у них тут лаборатория суперсовременная. Это вот это, знаете, когда вот старый район. О, кстати, она вон там вот находится. Интересно, отсюда попасть можно? А, тут пуленепробиваемое стекло сверху. Вот черт, мы попали. И вот эти вот старые, супер старинные районы, перемежующиеся сразу в суперсовременные многоэтажные дома. Вот тут так же само. Район через фаршированный, отдел фарширования, блин. Фарширование. Бежим к лифту, скорее! Бежим к лифту, скорее! Давай, 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 давай. Мы чё... Рада, что вы зашли. Как вам интерьер? Надеюсь, вам так здесь понравится. Подожди. А, бежим обратно. У меня нет времени на игры. А как она проскочила? Оба! Я понял. Я успею? Сука, блин, прям в грудину. А я так был. Хорош. А я уже почти это. Ну, точнее, думал, что прям идеально проскочу, ага. Они добрались раньше. Рукожоп. Нет времени так, ждать. Лифт. Лестница. Мы успеем по лестнице-то быстрее дверь открывать. Чё она так долго открывается? Быстрее! Вперед, 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 вперед! Так, чё камера, блин, улетела вниз? Так, блин, да что не так с этой камерой?
Так, 0-0. И чё? Чё это значит для нас? 0-0? Босс файт? Патроны для дробовика. Для дробовика. Аптечка. Ну, такое себе. Ну, да ладно, хоть что-то. Так, нам надо одновременно нажать. Типа, вперед! Раджар! Что это за комната? Комната жопа называется. Так, дробовик. Где мои патроны для автомата? Я не понял, где патроны для автомата, а? Я повышенный для автомата. Да блин, три ящика, три патронов для дробовика. Вы что, издеваетесь? Да-да. Алло, гараж. Закрыто. Да ты что? Слышь, постучал в дверь. Активирую замки. Начинаю тест прототипов. Чё, каких прототипов? Я не давал согласия. Ада! Воу, это что за хрень? Мы здесь занимаемся трудовой работой. Какие-то, блин, эти пылесосы чертовы. Задумала. Прошу, когда поймаешь. Леон, Хелена, прием. Я где там мой дробовик? Я пытаюсь открыть замок, но здесь хорошая защита. Постараюсь взломать ее, но вы пока попробуйте. Я не заказывал пылесосы с Алиэкспресса, ну пошли отсюда. Какого хрена с той стороны эти отвлекай. Два идиота? Я с Ханиган попробую взломать защиту. Прорыв защитного периметра. Ага, надо ее прикрывать, походу. Да чтоб тебя, да чтоб тебя. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Так, надо отталкивать, я понял. Прорыв защитного периметра в комнате 1. Отлично, полдела сделано. Прорыв защитного периметра. Так, перезаряжаемся быстрее. Прорыв защитного периметра в комнате 1. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Держитесь, почти закончили. Прорыв защитного периметра в комнате 1. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Отключаю замки в комнате 0. А, мы первые. Лошары! Не знаю, кто там в 0-1. Готово. Идем за ней. Не знаю, кто там в 0-1, но мы быстрее. Что это за хрень? А, лошары. Мы еще и все заберем здесь. Ха-ха-ха. Так, куда, блин, нам? А, сюда. Так, подождите. Промахнулся дверью. Так, блин, Хелена. Так, я не понял. А, нам вниз. Принято. Типа переглянулись такие, еще и одновременно спрыгнули. Хороши. Ладно, стой! Надо ускорение. Поговорить! Извини, нет настроения болтать. Вот черт! Она меня кинула, она кинула Леона. Воу-воу-воу-воу-воу. Сначала отдала этот... Было весело. Чао! Ладно! Роковая женщина, блин. Сначала кольцо кинула, дала предложение, а теперь кинула Леона. Ада! Мы ее упустили. Твоя подруга та еще не дотрога. Она всегда была такой. За ней! Вперед! Есть! А кто крикнул есть? Окей! Она еще в 40 метрах, шевели булками, блин, Хелена. Чёртова недотрога, сама, блин, бежишь. Шевели давай ляжками. Вот она, зажимай. Сейчас. Такой, ты попалась.
Вавилон, да не... Я понимаю, этот, как его, крес, валун, черт побери, рукастый, но ты ж ловкий. Хорош. И еще свет такой. Крис? Крис? Леон, что ты тут делаешь? Опусти оружие. Она свидетель. Свидетель? Это она все устроила! Нет, это был Симмонс, советник по безопасности. Я из-за нее людей потерял! А я 70 тысяч человек! И президента по вине Симмонса! Она работает на Нео Амбреллу. Знаешь, что это значит? Да, знаю. И все равно защищаешь ее. А я хотел, чтобы ты Клэр защищал. Да, так, ладно. Хары комментарии. Сейчас они только опустят оружие, как она что-то предпримет. Флешка, пацаны! А точка просрана. Стой! Черт! Елена! Он убьет ее! Крис, стой! У нас с тобой одна цель. Хорошо. А ПБТ займется Адой. А ты Симмонсом. Да. Крис, не забывай. Я еще не принял соглашение с Клэр. Так, ладно. Что он там сказал? Ты уверен в нем? Он со мной с самого начала. Вообще-то нет. Я верю ему. Он с тобой с самого начала, Клэр. А Крис, идем. С Крисом ты встретился в Африке. Или не в Африке. Нет, в Африке Крис с Шевой встретился. Так, подождите, а чё там она, блин, забрала в этом чёртовом... Чё она тут забрала? Аптечку забрала. Окей. Больше ничего, нам вниз. Побежали. Хелена, блин... подождите. Хелена... Леон, Хелена, приём. Чё? Если данные Шерри верны, Симмонс совсем рядом. Опа! О, хорош. Конец связи. Автоматные патроны? Так, это походу это кольту. Давай, перезаряжайся. Так, что там, дробовик? Не то. Так, дробовик. А места уже нет. Так, окей, и одна аптечка лишняя. Так, сейчас подождите. Да. Точно уверен в этом. Наша цель Симмонс. И всегда. Жалеешь, что не пошел за ней. Адой, займемся позже. Сейчас важнее Симмонс. Хорошо. Надерем зад этому ублюдку. Да. Да, за твою сестру жопскую. Но жопа у нее хороша была. За твою сестру. Она, наверное, сестра твоя. Как она там? Так. Воу. Вот это по-китайски хотел сказать. Вот это Китай. Так, тут что-то было. Бочка. Мне показалось. Там, блин, камера, отвали. Я же не могу посмотреть. Нет, там не бочка была. Сейчас в дверь ворвемся. Хорош. Так камера, блин, почему она вверх улетучивает? Но это не конец главы. Ага, опять метро. Или нет? Опа. Симмонс. Сузи, блин. Что ж, это неожиданно. Это неожиданно. Нет, стой.
А, агент Биркин, как раз вовремя. Биркин. Будьте добры, возьмите этих двоих под стражу. Они сказали, вы за всем стоите. Это так? А что, они уже ходят по улицам и кричат об этом вовсю? Отвечайте! Отвечайте! Это все во имя Соединенных Штатов и всемирной безопасности. И как же убийство президента поможет стране? Президент мертв? Ну, за это Леона благодарите. Будь ты проклят, Симмонс. Уничтожить их. Открыть огонь! Нет! Да-да-да, опять он ее спас, но... Не стрелять! Эти двое еще пригодятся. Тебе надо быть осторожнее. Ага, и какой план, герой? Заткнись! Здесь я герой. Сможешь добраться до двери? Может, убьем их? Ты должен позаботиться о Шерри. Давайте заканчивать. У меня есть еще дела. Ну так и вали отсюда. Убьем Симмонса. Хорош. Че там? Здесь информация о том, что может остановить Кавирус. Она нужна Симмонсу. Спасибо. Зачем? Я попрошу в ППО защиты для вас. Mm-hmm. Ого, с пошли! Двух рук! Да, нормально. Предупреди людей снаружи. Ты нормально, в него... Опа-па. Оу. А, походу его отравили. Ну чё, как тебе Кавирус? Это она. Такой и... Хороший ход. Он уходит. Идем! На поезд спрыгнул. Куда спрыгнул? Упадет. Нормально приземлился. А телохранители чисто испарились. А че с телохранителями-то стало? Куда они делись? Так, ребята, на этом моменте остановлюсь, потому что явно тут какой-то босс-файт сейчас будет. Спасибо за просмотр, до следующих встреч. Я оставлю сладкое на потом. Пока.